Всем добрый день. Сверхмегабыстрая самоделка. Имеется вот такой вот пруточек 8 мм. Обточим, нарежем резьбу М6. Моя классная масленочка. Резьбу нарезаю не до конца. Ну, мне, по крайней мере, так нужно. Разумеется, можно и до конца. Здесь дело вкуса и технических претензий, которые предъявляются к изделию. Вот таким незамысловатым способом у меня хранятся сверла. Не совсем правильно, согласен. Стаканчики для анализов рулят. Вот такая заготовочка. Опа! Нужна удлиненная гайка на 6. Есть. И снова к токарному станку. Резанем. С гайкой оказалось неудобно. Открутил ее и зажал напрямую. Множество наждачки разной зернистости. Затарился, пришлось в интернет-магазине покупать, ибо в нашем городишке с этим дефицит почему-то. Сразу и заполируем. Вот такая декоративная деталь получилась. Необходимо подготовить гайку. Стандартная гайка М6. Единственное, что я хочу, немного обточить, чтобы она не была такой большой. Сейчас так и сделаем. Сниму заусенец, дабы все было по фэншую. Вот такая
простая, очень простая идея, и вот такая простая самоделка, и такая простая штукенция. Что же это такое? Это держатель для светодиода. Оп. Оригинально, согласитесь. Экзотика. Как зафиксировать светодиод? Можно капелькой клея, можно просто термоусадку и плотненько его сюда установить. Это уже дело вкуса. Оно, конечно, отчасти да. Проще купить. В том же Китае их полно различных таких держалок для светодиодов. Но это не мой путь. Я люблю делать все своими руками. Зачем тогда канал такой, где показано, как что-то делается, какой-то процесс. А вот это во-первых. Во-вторых, такой красоты, не побоюсь этого слова, купить нереально, навряд ли. Но я не видел, по крайней мере. Продается нечто вроде подобного в металле. Но это кнопки. Кнопки с подсветкой. Антивандальные, так называемые. Мне же нужно, чтобы это было симпатично. Именно поэтому было изготовлено сие простое устройство. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Очень интересно иногда. Такие уникумы бывают, что просто заглядение. Почитать их не комментарии, посмотреть их. Ну и опять же и с адекватами тоже очень интересно общаться. Также подписывайтесь в Instagram. Там публикуются пораньше фотки текущих проектов, скажем так. Будем и там общаться. Жму руку, как всегда, но пасаран. Пока.